Ребят, всем привет! Но сегодня опять каждый день я что-то покупаю. И на этот раз у меня в другом аквариуме уже плавают. Купил я креветочек Камана. Дико они мне всегда нравились. Я думаю, что в пакете я сейчас постараюсь приблизить. Смотрите, как Молли с ними знакомится. Вот они, видно, то есть в пакете лежит кусочек тряпочки. Вот так приходят они с Польши. Но я не в Польше взял, я уже адаптированных взял с Латвии, которые полгода плавают. Просто им где-то надо им зацепиться. Креветки просто фантастические тем, что могут жить с мирными рыбками. У меня всегда жили с гуппи, с малинезиями, с меченосцами и тому подобное. Никого не обижают. Просто много-много пользы от этих креветок. Живут они в температуре от 15 до 28. Но у меня всегда температура меньше 20 не бывает. Вот мы видим, видите, там оманки. Можно увидеть. Я поставил, приблизил камеру, чтобы было видно. Да? Вообще в аквариумах держат их, конечно, вот я штучек 5 привез. Их держат большими довольно стаями. То есть должны они нормальной в пресной воде. Ничего подсаливать воду не надо. Конечно, потомство ждать от них сложно, наверное. Это практически и невозможно. Питаются, они доедают от рыбок еду все. И плюс самое главное, то, что они объедают нечатку. Ну, конечно, черная борода. То есть, ну, с черной бородой, если вьетнамка, они не смогут справиться. Там уже вы должны подменами бороться. И уже что-то делать совсем по-другому, бороться не с помощью оманок. А оманки, вот видите, смотрите, вот они побежали. И еще самое главное, ребят, когда вы будете приобретать оманок, очень нежно их пересаживайте, как я и всех других креветок, и красных, и черных. Это я беру, смотрите, приближу, вот он, вот такой, не знаю, черпак. Беру рюмочку или стаканчик и постепенно водой. Воды постепенно добавляю. Вот, мы видите, там самка с икрой и самец. Вот они там бегают. Самка немножко крупнее всегда самца. Растут они где-то от 3 до 6 сантиметров. Уже, наверное, в аквариумах. Но у меня лет 10 они точно есть. Еще я думал, в интернете почитаю, что-то новое узнаю. Боже мой, сколько информации на ютубе. Да, ребята ставят ролики. Ни у кого, как говорится, нет ни оманок, ничего. Фотографии. Делают такой общий ролик, рассказывают, читают какую-то энциклопедию, а в реальности сами с этим не сталкивались. Еще обязательно аквариум, накрывайте. Как говорят, креветки убегают, но убегают не от хорошей жизни. Я думаю, не только креветки убегают не от хорошей жизни, да, даже люди, а креветки тому подобное. Поэтому крышечки накрывайте, да. Специальными кормами, конечно, можете для креветок кормить. У меня довольно много разных кормов. Я привожу для себя из Германии, заказываю. Можно из Польши профессионально. Вы также спокойно будете. Также они доедают мороженые корма. С этим тоже проблем никаких нет. Единственное, что с цихлидами. С цихлидами вообще невозможно их содержать. И с другими креветками тоже под вопросом. Я думаю, что оманки могут обижать других креветок. Потому что у меня был такой случай. Может быть, лично я этого не видел, но мне кажется, все-таки оманки обижают именно, потому что они довольно крупные, довольно интенсивно бегают, прыгают. Маленьких красных черри, наверное, точно будут обижать. Подмена воды для них, как и для простых рыб, в неделю 20%. Ну, наверное, не все это делают. То есть воду отстаиваете, меняете. Как мне это говорят, еще для оманок 5 литров на одну оманку. Ну, вот это Такашо, вот это я в интернете узнал, Такашо Амано, вот этот японец, который боролся, ну вот он дизайнер по аквариуму, он именно боролся с обрастаниями, с нечаткой в аквариуме, он заводил, ну, даже получается на 2 на литр одну оманку, то есть он запускал 100 штук на 100 литровый аквариум, чтобы почистить. Ну, я думаю, для эксперимента это можно сделать, но я не настолько силен в этом, да, чтобы это заводить, потом неизвестно, куда их деть. Живут они от 5 до 6 лет. Опять же, эта информация с интернета. У меня 5-6 лет ни разу не жили. Некоторые, может быть, скажут, и по 10 лет живут. Все возможно. У меня 2-3 года, и в аквариуме они как-то исчезают. Или убегают. Но некоторые у меня, помню, у меня и морской аквариум был. То есть тогда еще ютубом не занимался, к сожалению. Может быть, заведу, потому что в гараже у меня стоит аквариум Reef Max. Reef Max вроде 120. Может быть, заведу морской, и вам покажу, и мне интересно. Но опять же, то есть жена, не знаю, наверное, поддерживать это не будет, потому что и так аквариумов уже дома полно. И реально многие спрашивают, сколько у тебя времени? Ну, минимум час-два
в день этому надо уделять. Если ты хочешь, чтобы у тебя аквариум был чистый, чтобы был грунт чистый, чтобы вода была прозрачно чистая, корм надо подготовить для больших рыб. Это занимает час-два в день. И если аквариуму, соответственно, пропорционально все растет, значит и растет внимание, уделяемое аквариуму. Адаптацию, как говорил, то есть я кулек сначала вставлю в черпак и в течение 2 часов подливаю по одной рюмочке, по одной. И через 2 часа вода практически сравнивается. Потом я беру этот кулек с саманками. Но их по-другому еще не называют, креветки, как-то водорослиеды или что-то такое. То есть любители водорослей, да, водорослиеды. Ну, мы привыкли все называть аману, креветки аману. То есть даже в магазин заходишь и видишь, да, надпись «Цена аману». По поводу цены. У нас в Латвии аманки стоят в районе от 2,50 евро до 5. Опять же, от размера, от наценки магазина, как вы видели, я показывал вам ценники в магазинах, у нас очень разные. Также на гуппи есть. За еврик есть цена, есть гуппи за 5. Понятно, что и селекционные разные гуппи по цветам, и по хвостам, и по тому подобное. Но я думаю, там больше влияет наценка, жадность магазина и затрата магазина. Да? Чем больше магазин, тем больше он ставит наценку, он чувствует себя довольно крупным, большим монополистом практически в аквариумистике. Все знают, детки приезжают, пап, купи мне гуппи, пап, купи мне эту рыбку. Заводят гуппи вместе с астриком. Уже даже не говорю астронотус, астронатус, да, это фишка моя. Просто говорю астрик. Вот астрик сказал, и все понимают. Поэтому вот, аманок содержите. Если у кого-то, меня тоже недавно друг спрашивал, то есть аманок можно содержать, а как ты вообще чистишь аквариум? Он говорит, каждые 2 недели вытаскивает весь грунт, кипятит его, заново растения сажает, и каждые 2 недели это делает. Ну, вообще, это реально весело, да? Представляете, он каждые 2 недели, получается, но по-новому запуск аквариума. Вот это профессионал, да? За год там в районе 20-30 запусков. С нуля. Все рыбки живут, нормально себя чувствуют. С ладошку в небольшом аквариуме скалярий вымахали. Не знает, кому отдать, то есть я посоветовал, скалярий отдал, все хорошо. Вот это профессионал в запуске. Он говорит, там аманка прицепилась, все. Самец более маленький, прицепился к самке, у него сумчатая, там и икра уже есть, да, то есть все видно, но понятно, что вода не соленая, то есть она скидывает икру и все, процесс проходит, да. Некоторые, может, и выращивают в соленой воде, потому что аманки живут в реках, то есть они идут уже к морю, то есть там у них происходит, как-то они икру откладывают, но я даже не интересовался, но я точно знаю, что в соленой воде никогда у меня не было мальков, вообще малышей, никогда я этого не видел. Хотя я держу их довольно долго, там, может быть, не стаями, но там 5-10 штучек всегда у меня плавают, и всегда самочки скидываются, крови всегда заново. Транспортировка очень простая, то есть ни проблем нет. Просто воздух пускаете, наливаете простой пакет, водичкой, буквально там 5-6 часов даже если видите. Да, их с Польши везут, сутки двое. Так что о чем можно говорить? То есть бросают какую-то тряпочку или бросают кусочек водорослей, чтобы они где-то могли зацепиться, где-то сесть. И без проблем. Хотя вот у меня черный, мне тут один парень написал, что довольно шубутные, бегают туда-сюда. Ну, вроде успокоились, да. Новый аквариум свежий был, ну, месяц уже вода. То есть, ну, для них это новый дом. Как-то так. Дорогу, слава богу, они... Ну, небольшая дорога была, в районе 5 часов. Перенесли. Питаются очень хорошо. То есть, я даже вам покажу скоро ролик, как я черных кормлю. То есть, они прямо накидываются. Приятно смотреть, да. То есть, тарелочку недавно разбил для креветок. Такая маленькая тарелочка на Алиэкспрессе заказал. Уже там вообще проблемы под Новым годом. Наверное, там посылки теряют. Письма прислали, то не пришло. Все придет. Хотел в магазине купить, таких тарелок нет, потому что специализированных магазинов по креветкам у нас нет. В Риге я их, ну, вообще не знаю, хотя интересовался. Нет специализированных именно по креветкам. Ну, понятно, какой спрос у нас по аквариуму, то большого спроса нет. Вот это коротенький ролик, я хотел вам показать своих аманочек, то есть полезных, доктор в аквариуме, так называемый, доктор в пресном аквариуме, делает только полезные вещи. Может быть, кто-то в комментариях напишет, что что-то они могут не полезно, да, они могут растения съесть, да, но если у меня обычные растения, ну, да мне их даже не жалко, то есть если корм остается, нечатка есть, если в аквариуме их там не будет на 60 литров или на 70 литров, у вас 50 штук, то все будет нормально, там держите 5-7-10 штук, и все будет красиво. То есть они будут только добавлять и украшать ваш аквариум, и будут делать только полезные вещи в вашем аквариуме. То есть очень много комментариев есть. Пока под каждым роликом я пытаюсь отвечать на ваши комментарии, я их читаю, прислушиваюсь, да. В голове уже флешка практически у меня на 10 гигабайтов, наверное, она уже полная. Благодаря вам и очень нужная информация. Потому что люди пишут, реально, которые занимаются аквариумистикой, передают свои знания, то есть я им всем благодарен. Все, ребят, на этом ролик я буду завершать. Вам большое спасибо, что смотрите, как всегда, что лайкаете, то есть лайкаете, слово жесткое. Еще раз всем спасибо,
огромное. Всех люблю, всем пока.